О! Пошла, да? Ага. О, да как мощно пошла со всех сторон. Да все, она дальше не пойдет, мне кажется. Попробуй теперь по нему сверху ударить, что ли. Солнце вернее. Такие уступы сзади. Сразу видно, сколько за сегодня сделано. Мало. Такие уступы, говорю, сзади. Но видно, как ты хорошо. Положено трудов. Яма все углубляется. Становится все глубже. Видишь? Так я вижу. Еще два удара. Вот из ниоткуда вывалился вот такое вот чудовище. Блин, подожди. А будешь тут свет? Покажу, свет не передаст, подожди. Остановились, может, думаем, не видно было. Сейчас заснимем. Это. Так. Вот. Ладно. Копать нам еще и копать. Время осталось мало. Ну ладно. Найдешь, скажешь, я камеру включу, пока пойду поработаю там. Папа смотрит то, что осталось от занорыша. Саша начал снимать перемычку и обнаружил. А тут куча под дерновиком. Ага, под дерновики. Дымчак. Мы снимаем ужас какие плиты, а он сейчас собирает кристаллы. Покажи что-нибудь. Ну вот, к примеру. Вот. Сейчас подожди, еще что-нибудь найдем. О! Нифига себе. Ну-ка, о! Подожди, подожди, я. Вот они... еще. А, это осколок. Они как опята у тебя здесь. Нормально. Да. Достойное завершение недельных трудов, трехчасовой переход Семениха Крутиха. У нас с непривычки плечи болят, загибает всего, шатает, бросает. В целом, сходили хорошо. Вот, единственное, мало.